Что вы хотите услышать? Что было все легко? Вообще не очень, особенно когда ты идешь один. Казалось, все было замечательно, хорошо, прекрасно. Было много шумных мероприятий, тренингов. И как-то все не в кайф, накатом напряжение нарастало, а утром проснулась и устала. Как? Я всегда же полна энергии, а тут как тюлень. Я пришла на марафон Елены Блиновской совершенно осознанно, по своему внутреннему запросу. Я обрела подружек, единомышленников, запустила, как и загадывала онлайн, свой проект, стала инвестором, получила бесценный опыт в нескольких инвест-стратегиях. Ну, это же психологический марафон. На самом деле быть счастливой – это легко. Представьте, когда вы каждый день делайте ровно то, что вы хотите. Вот это все происходит по щелчку. Ты только подумал, сделал, и Вселенная начинает закручивать спираль. Дает тебе миллион шансов, миллион вариантов. Выбирай. Я всем рекомендую пройти марафон Елены Блиновской, марафон желаний Елены Блиновской. И ваша жизнь уже никогда не будет прежней. У меня началась настоящая счастливая жизнь. Только сейчас, когда я осознала, чего же ты хочешь, девочка Лена. Я же загадала желание отношения с мужчиной. И был, конечно, непростой период. Все случилось ровно тогда, когда этого не ждешь. Даже то, что я описала в реализации исполнения желаний, превзошло все мои ожидания. И да, он прошел марафон желаний Лены. Я только наблюдаю, как исполняется его желание. Не мешаю, конечно. И это очень здорово, что мы понимаем друг друга с полуслова на расстоянии.